убьем это говно и пойдем спать. Да. Сейчас все нормально будет. Просто я походу не рассчитал ГКД, короче. Ну, и... так, Клота, дисперс себя сама чему-то. Тогда... Хорошо, попробую. Просто поставь там на кнопочку удобную тебе. Там же шипачу три кнопки. Чума, пытка и все. Вообще одна кнопка. Вот на вторую поставь там. Излечение болезни синяя такая. Рассеивание заклинаний, да? Излечение Нет. болезни синяя морда такая. Рассеивание заклинаний — это магия диспозита. Вот оно. Нашла? Сейчас найду. Да, я по дисполю, честно. Щит дал для ускорения, чтобы быстрее вынесло. И получается, сразу начал клацать по дисполю, думал, снялось. А оно в КД попало. Не, но все равно оно не помешает в этой. В РС-ке рассеивание, а чуму вот это вот извлечение болезни. Просто да, в теге, ну... которая была, нам не разрешали самим диспелить, поэтому я как-то не привыкла. Mm-hmm. Просто разное бывает, что хил задержится там на секунду, лагает, лучше диспелить себя, страховать. А так ты просто умерла. Так, давайте, если тут, дайте фулл баф, или час запустили. Рыба из... Он стоит! Давайте каски, друли баф, мага баф. А вот вопрос, мне какой здесь печать убить, повиновение или порч? Порч в одну цель. Нам же ж главное лича перевести, а не трэш набить. Я предлагаю Геру с пулу дать, потому что трэшака маленького много, они быстрее переводят. Да я вам больше скажу, на 10 гир всегда надо 2 гиры давать, первая и третья фаза. Если давать только на второй, то будет только одна гира. Ну, пока он скидаешь спину. Дайте каску. Каску по крестам. Где каска? Давайте, 5 секунд, бой начинается. На места становитесь. РД-ловушка. Чума, смотрим, 2 секунды, чума. Чума на... На ком-то, Рокстер, выноси. РД-ловушка, РД. Я как раз вынес, короче, на него. Смотрим, чума 2 секунды, чума выносим, чума на спел капара, сам себя дисплеит. С РДД забираем. Не идут эти мелкие трэш так сильно, а то будете умирать. И РД ловушка, РД ловушка. Покопал ловушка, все проходим. Чума 2 секунды, чума на усе. Шаркающий забери. Так, давайте на... Давай, РДД ловушка на край, один, слава, ловушку не улети. Так, дай каплю на этого, на копора. Как? Сильно хильти его, сильно сейчас хильти, себе бы задам. Так, смотрим, ловушка, РДД. РДД на краю ловушка, аккуратно. ДЦ, дай зубы на копора. ДЦ.
Хулиприс, ну дай духа. Уже давно дал. Охотник, продолжай дисперить. Иди сюда, пейте духа, что вы там стоите? Мы сейчас умрем, потому что много трэша в рейде, и они всех его бьют. Так души, блядь. Вот Далстан, да? Да, тебе этим духа, короче, меня хитки. Падайте. Меня три моба, как минимум, било. Ну, а как я тебя отхилю, если меня ебошит трэш? Короче, зайду на... Кого тут будет больше? Хурика. Тарелкой в них пускай. Слава, это будет на паладине, все нормально. Просто надо мелкий трэш бить. По мелкому трэшу, по вардалакам, миллион стол нам удрился набить. Кто? Ну понимаю, звездопад, ну так сон. Копар вообще на последнее место. Тво как-то набить умудрился, ладно, там разгонял. Не надо мелкий трэш бить, видите, он нас убивает. Нахер вы это делаете? Каждый вайп это 15 минут времени. Просто лича тупо бейте, мелкий трэш вообще не бейте. Валькира. Не знаю, что вы там били, но надо когда лича стараться убить, раз так быстро трэш появляется. Один ретрик его. Ну потом должен как-то его свести, залить. Чтоб шаркари быстрее сдохли, надо, когда два шаркаря, уже мелких не забирать. А ты, Ваня, если войско дашь, мне кажется, трэш на тебя побежит на некоторое время. Нам будет шанс, что хилы похилят на нами. Ну, наперед. Да, я тоже об этом думал, не успел дать. Сейчас мы уже ко всему готовы, да? Гера, сколько когда? Трясите копара, он с краю валяется. Просто дело в том, что если мелкий трэш, вот один шаркарь висит и мелкий трэш, то чума лучше разгоняется и быстрее подыхает, что один шаркарь. Да не всегда. Ну не всегда, но все равно она так будет на копаре разгоняться, чума, если он будет только шарком стоять. Сейчас на нем было тоже много трэша, и она не особо разогналась. Дайте фулбаф или сейчас запустил. Там проблема в том, что когда чума вешается, она тикает, урон наносит только через 5 секунд. Если она на мелкого кидается, то это полный пиздец. Она должна на шаркарей прыгать. Копар там до второго шарка еще собирай весь мелкий дэш, который только может появляться, а второй пусть на рейде висит уже. Там на мне, я там потолчу тоже там, на мне пусть висят. Ну вот сейчас, например, я бы отхилил копара, но, блин, меня долбили мобы, стояли на переходке. Сейчас не будут долбить. Толпы пришли, сейчас затащат. Шаман, тотем, пожалуйста, от магии льда. Здесь не нужна гадюка. Поклонский, дай тотем нормальный. Лагер. РД ловушка, РДД. Смотрим, чума 3 секунды. Чума на копара диспел. Так, ловушка РДД. Интересно, что в РДЗу бегут, можешь их сразу забирать на себя. С мили не надо пробовать. Протопал ловушка, все проходим, чума 2 секунды смотрим. Чума уси. РДД ловушка. Ой, блядь.
Сорян. Так, второго шарка еще не забирай. Вот сейчас ловушка будет, РДД. Давайте на край идем. И трусит чума. Диспел. Все, смотрим ловушку и будем сейчас на край идти. Смотрим, дайте каплю. РДД. РДД аккуратно накрыл ловушкой. Так, капли на копара. Так, каплю себе бы захильте меня. Захильте рейд. Гимн. Дайте гимн на ману. Капор, отведите чуть дальше, дальше я войско вызвал. Бейте гневных духов. Духов. Короче, чума на мелком фреше в рейде, а не на копаровом. Вот так вот. На ком? Кильте рейд, наберите ренжом с собой, там сейчас все будет нормально. Давайте, хильте рейд. Нового духа бейте. Мелких добейте, покидайте мне блоки, чтобы быстрее у нас появилось. Все нормально, бейте гневных духов, там сами, само все залился. Там чума в рейде, не подвини, пропускай этого мелкого. Можешь забрать этого мелкого, которого в рейде. Давайте, в нового духа играйте. Поставил звездочку, давайте за речом стоим в звездочке. Духа добейте. Все, давайте, идемте к ключу. К ключу, к ключу, быстро к ключу идите. Там доты добьют. Смотрим валькиры, валькиром стан, сливаем валькир. Капар твой пир. Так, вышли с РД зоны, смотрим осквернение. Топар. Давайте все в звездочку становитесь. Все в звездочку. Сейчас мы устал. Давайте только первая валькира спустится, недалеко выйдем. Я скажу, когда. Давайте, готовьтесь. Готовьтесь. Вышли из центра. Вышли, вышли, вышли. Смотрим. На ком? На мне бейте валькиру. Сейчас пока с центра вышли. Давайте, добивайте валькиру, хилы, РД на рейнджу. Становитесь. Ты тоже выйди, а ты лучше не забьешь. Давайте, хилы, РД на рейнджу. Смотрим, сейчас будет. Осквернение. Блок. Все, звездочку. Давайте в центр идемте. Все звездочку. Валькиром стан, сливаем валькир. Капар твой стан. Играйте валькир. Ну что ты там делал? Ты, а, это охотник. Ну ладно. Бейте валькиру, там успеете, все нормально. Вышли из-под вальки, смотрим на ком лужа. Индексон. Давайте все звездочку становитесь, на ту сторону будете лететь. Давайте, сейчас будет валькира, я вижу. Валькиром встану для чата, добивайте. В сторону поведем. Давайте на край идем. Пошли, пошли, стрелять. Давайте на край идем. Смотрим, осквернение сейчас будет. Беги сразу к нам, там в точку прожмешь. Беги, беги. Давайте на край все ушли. Рокстер похиль там. Все, точка. Так, компар, строй дух твой, я пока этого держу. Бейте духа, который с меткой. Сфера, бейте. Сфера, летит сфера. Капар забирает тут твой.
давайте в нового духа играть, я его забрал. Бейте сюда духа, который с меткой. Копар твой следующий. Давайте в нового духа переключаемся. Нового того забирай. Играйте в печеньку. Давайте до духа добейте. Смотрим. Так, сон, резай быстрее Хирохита. Как там? Ну, резай его, короче. Не вст... Давай, захитите, захитите его. Давайте за мной бегаем, потом выйдем, будем духа добивать. Как только не называли, да? Давайте в печеньку, хитрить, резю нормально. На хитро-то. Ты же ее в гильдию привел? Да вроде нет. Не Оди, это она. Да хз. Ты же привел? Давайте. А когда? Я не знаю. Вчера. Проходим, проходим. Можете, а, это шаман, который я принял. Да не, не в том-то дело. Давайте проходим. Давайте, сейчас будет выход. Бейте все, бейте духа, там печенька будет, на нем один дух. Гича потом будете бить. Плохо осквернение. Дайте рог стерлинер. Давай, гимн, бейте гневного. Мы с шаманом в разных пати, потом не подействуем. Так, давайте, добивайте гневного. Это нормально, я его забрал. Сейчас он добьется. Лови духов. Давайте, за речом прячьтесь. Смотрим, лужа, вышли от плеча. Вышли, вышли. Смотрим, на ком лужа. Беги, малышка, беги! Пау. Давайте стоим пока тут, сейчас чуть пройдем. Давай, сейчас комната будет. Лок потом на меня, если скинешь, помните. Давайте от духа отойдите, сейчас будет спускаться чуть-чуть. Комната. Давайте за печенькой их. Ходим, бьем духов. Этих. Ну да, духов. Давайте проходим, проходим, все нормально. Давайте идем за стеночку, за угол. Стоим тут, сейчас будет выход, короче. Печеньки стали, назад отойдите в печеньку. И к порталу сейчас будем идти. Давайте все к порталу идем. Лужа на мне. Давайте прячьтесь за мной, сейчас будем духов хлопать. Гера КД спадает. Слушай, комната. Так, вышли от плеча осквернения. Осквернение, смотрим на ком, лужа, Ланроа. Давайте, стоим тут, никуда не идем. Тут будет комната. Давайте, последняя комната. Давайте сюда. Чтобы уничтожить короля Лича, вы не должны оказаться во власти ледяной скорби. Иначе, как и я, будете навек порабощены этим... Давайте, проходим, все нормально, ритфлол, и просто будем потихоньку ходить. Давайте проходим. Ходим, давайте. Сейчас будет выход, и все
к порталу будем идти, там рост дадите, как выйдем. Давайте, выход и рост давайте. Все, стоим тут, добиваем плеча. Ты убили, молодцы. Красавчики. Вы величайшие герои Азиона. Сколько мы тут сидели? Почти 4 часа. Ты блуждаешь по тьмах. Халион, Халион, Халион. Света нет жалости. В ледяной короне. Давайте посчитаем. 8.20 на пуль на литраж. Ну да, 4 часа. Что движет вами? Праведность? Не знаю. Ты отлично их обучил, Фордринг. Ты привел сюда лучших воинов. А, да, не, пардон. Это мы. Мы распульнули 8-20. Ну, 3 часа с чем-то точно. За этот невольный подарок. Да. 3.20 это. Не 3.30. Варенька, мы упали 2 раза на Валитрии. Ты веришь? Говорит Хильм. Я просто Хильм был полюбалом. Скопором летал, короче, кадры. Ты прикинь, там с пула 2 раза, короче, танк живного не забирал и сову, короче, ломало. Мы на ребре лайкнулись. Я в соло стоял хилил, с меня шип очень долго снимали 2 раза, мы упали. Хотели в одного хила, думали, топ рейд. Да, они, короче, пока докастуют, пока подумают, что надо шип ударить, да ну его пать. Невозможно. Да хорошо, это значит, что элемов починили. Твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни. 8 вайпов за весь рейд, печально. А я своему бичи ретрику вот этому череп гер выбил. Все кончено, сын. Теперь мой. Можно в геру идти в 25. Настал час расплаты. Ваня, ты, кстати, будешь там в субботу или в пятницу на геру? Да буду в пятницу, в субботу. Не знаю, сколько будет, если на 6 поставить, это рановато для меня, потом уже позже подойду. Не, я на 7 буду рассчитывать, на 6 людей не привыкшу. Сейчас мой холивон занятит. Мини-тил и холион. Я ж говорил, дайте холиона. Или он кому-то нужен. А метил мне нормально будет этот мини-тильчик, да? Да. Лучше, чем грань. Дайте холион. Не, ну грань получше будет. Какая там разница, не очень-то большая должна быть. Ну, кто холион выиграл? Кто холион? Ах ты график, ах ты график. Ах ты. Все. Это конец. Ах ты график. Ладно, всем спасибо, удачи. А кто выиграл холивон? Эти кто? Ну, тыкайте на холивон, не рвите мне душу. Тыкайте, что угодно. Тыкайте на холивон, тыкайте. А стоп, так ты же ЕП еще не дал, куда? Всем спасибо. Нет, не дал. Давайте, кто-то мне позаходите. Я выиграл 99, ха-ха, 99.
это у меня прист везучий на руку. Все, теперь можно в шипы гонять. Кольца, правда, нет, но похер, буду в хивовском кольце. Блять, я как просил порт сюда поставить, так ни у кого нету. Как не надо, нету, так пожалуйста. Да, и какого-то. А, ну блять, он на палитре вообще. Ваня, ты тут еще? Давай мы просто плюсанем на ЕП, окей. А, блин, ты мне присту не дашь. Это ж второй раз получается. Я 10 гер пронес. Короче, давай знаешь, как сделаем. Как? Слушай, ой, ты ж сам говорил, нельзя два раза, типа, за один инст, это ну персу. А что же делать? У меня просто точно... Ну, смотри, у меня друид тоже пронес 10 гер с гильдии, и шаман с гильдии пронес 10 гер. Типа, на мага можно, да? Давай на мага зайдем. Не отними тогда сразу от Рокстера косарь. Вот это мне прет престол. И штаны упали, и халил. Ну, вообще, типа. На мана, да? Да, сейчас я зайду в гильдию. Уже накинул. А, ну окей. Блин, так интересно мага протестить. Пока я им сейчас дам. После того, как я объект взял. У тебя маг есть? Ну, да. У Генри же, да. Да. Всем спасибо за рейд, спокойной ночи и сладких снов. Спасибо. Спокойной ночи. У меня, кстати, тоже у мага проблема с кольцом, блин, с десятки никак не выбью. Тоже стоит хоста дух. Даже не знаю, сколько им выдам на своего фанге. Где твой маг находится? Да, сейчас в Даворан портанусь.